Коллеги, всем привет. Мой доклад является заключительным в этой конференции, посвящен нефункциональному тестированию с использованием Selenium. Уж так получилось, что и предыдущий доклад, и мой доклад тесно переплетены и с автоматизацией, и с Selenium. Причины такого переплетения я, безусловно, с моей точки зрения, я постараюсь раскрыть, постараюсь объяснить. И, в принципе, вместе разобраться, возможно ли вообще такое использование Selenium не для нефункционального, в первую очередь для тестирования производительности. Вот. Другие виды тестирования, там Selenium тоже, в принципе, применяется, но основным нефункциональным видом тестирования все-таки сейчас является тестирование производительности. О таких причинах мы тоже поговорим. И раз меня видно, раз меня слышно, я надеюсь, что у всех настроение хорошее, бодрое, все еще готовы посидеть чуть-чуть, послушать этих умничающих людей, которые почему-то вдруг решили поучить других людей уму-разуму. Вот. Ну, погнали, собственно говоря. Сейчас, так, секунду. Обо мне. Зовут меня, как уже Саша меня представил, Александр Шиповалов. Я достаточно долгое время работал в компании Luxoft, в частности, в ее омском филиале. Сейчас я работаю в другой компании, в компании Яндекс. Вот. Живу уже год и работаю в Москве, очень мне это все нравится. Вот. И, в принципе, занимаюсь сейчас в Luxoft, в первую очередь, обучением, проведением тренингов и вот выступлением на конференциях. По основному роду работы я по-прежнему не изменен автоматизацией и не изменял нефункциональным видом тестирования. Какие-то основные контакты вы сейчас видите на слайде. В конце я их, безусловно, продублирую в чат. Единственное, что могу сказать, вот если от e-mail отбросить вот этот префикс @gmail.com, то, в принципе, вы получите мой аккаунт в запрещенном Российской Федерации мессенджере Telegram, где вы также можете мне написать, и я, в принципе, всегда с удовольствием отвечаю на вопросы людей, которые заинтересованы в развитии, в автоматизации, в нагрузке и вообще в тестировании. Вот, потому что я занимаюсь всеми видами тестирования и не считаю, кстати, что мануальное – это какой-то ущербный вид тестирования, ничего подобного. Все тестирование, любой труд полезен, важен и почетен. Anyway, одно из рабочих названий этого доклада – это «Гоните в шею этого шарлатана». Почему? Дело в том, что очень часто попытка применения инструментов, не относящихся к тому или иному классу, вот, в целях расширения возможностей этого инструмента, расценивается как непрофессионализм, расценивается как, скажем так, гомеопатия в мире инженерном, в мире автоматизации и тестирования. То есть и вспоминая себя лет 7-8 назад, если бы мне кто-нибудь сказал о том, что я буду разговаривать о том, как с помощью средства функционального тестирования проводить тестирование, например, нагрузочное или тестирование защищенности, я бы, скорее всего, встал вот в позу, сказал, это не профессионал, это не специалист, не надо его слушать. А сейчас с возрастом, с накоплением опыта я чуть подумерил свои радикальные взгляды, и сейчас смотрю на инструмент, прежде всего, как на инструмент. То есть Selenium, по сути, собой представляет, ну, мало того, что это протокол, в первую очередь, это всего лишь описание какого-то протокола, во вторую очередь, это, в принципе, всего лишь веб-сервер, основанный на банальном HTTP-клиент от Apache. Вот. А где применять этот веб-сервер, где применять этот протокол, это дело десятое. Поэтому второе название этого доклада, вот, один за всех и все на одного. К сожалению, вот этим чудным весенним субботним днем я не могу передать всего надрыва, с которым следовало бы произносить этот лозунг. Вот. А надрыв у него такой характерный, такой, который можно услышать 2 августа, там, ближе к вечеру, там, все на одного. Вот все на одного, вот в данном случае один, это как раз Selenium WebDriver. Ну, не уверен вообще, насколько сейчас здесь правильно использовать слово Selenium. Оно уже, конечно, к нему прикипело, но вообще Selenium все-таки называлась первая версия этой библиотеки, которую разрабатывали в недрах компании SourceWorks, о которой мы еще потом чуть позже вспомним. Все-таки Саймон Стюарт в компании Google разрабатывал библиотеку, которая называлась WebDriver, а не Selenium. Версии 3, которая сейчас является текущей релизной, сам инструмент Selenium, его, в принципе, выпилили.
его уже нет. Selenium Remote Control уже rest in peace, покоится с миром. Но, тем не менее, название прикипело, название осталось. И я не вижу тоже причин сейчас изображать себя такого ортодокса. Selenium и Selenium. Кстати, для затравки могу сказать, что название Selenium возникло не просто так. Может быть, многие не знают, почему Selenium называется Selenium. Дело в том, что этот инструмент появился в те годы, когда в мире автоматизированного тестирования господствовал продукт от компании Mercury. UFT, бывший QTP. Так вот, Mercury – это с английского ртуть. А Selenium – это как раз тот металл, который рекомендуется при отравлениях ртути. Ну так вот, Selenium WebDriver. Все, это была познавательная страничка. Где еще он применяется чуть ли не официально? Тестирование внешнего вида. Типичные примеры такого рода инструментов, опять же, основаны на WebDriver, это Garden Framework. Мы описываем внешний вид как спецификацию, ну, для веб-приложения, скармливаем эту спецификацию нашим тестом и дальше получаем ответ, соответствует ли наше приложение визуальной спецификации, либо не соответствует. Тестирование защищенности. Selenium тесты прекрасно интегрируются и служат поставщиком информации, например, для такого инструмента, как Z-Proxy. Это инструмент от консорциума AWASP, то есть, возможно, те, кто занимался, слышали про топ-10 AWASP. Так вот, вот эта вот организация некоммерческая, у нее есть инструмент, который называется Z-Proxy, и они прекрасно интегрируются с Selenium тестами, неважно на каком языке. То есть можно тестировать защищенность вполне себе хорошо. Тестирование десктоп-приложений здесь тоже не удивлю. То есть давно уже в компании DoubleGIS есть такой инструмент, который называется Vinium. Компания Microsoft тоже предложила свой десктоп-драйвер, который реализует Selenium WebDriver протокол. Поэтому для тестирования десктоп-приложений сейчас Selenium протокол тоже можно использовать. Ну и тестирование мобильных приложений это совершенно сейчас уникальная тема, для которой наблюдается просто взрывной рост. И не исключено, что следующий мой доклад на конференции посвящу именно этой теме. Вот. Здесь достаточно вспомнить Appium. Вот. Опять же, чуть-чуть забегая вперед, есть ли альтернативы Selenium в современном мире? Да, есть. Есть такой малоизвестный инструмент, как Kypris, который работает вообще не по протоколу Selenium WebDriver. Вот. И, в принципе, все, что я сейчас буду рассказывать, все, что я буду инструменты показывать, все это, в принципе, можно делать с помощью Kypris. Вот. Но Kypris – это, опять же, совершенно отдельная тема. Вот. То есть, казалось бы, Selenium WebDriver сейчас господствует из-за силы и буквально внедряет, и его насаждают везде, где можно и где нельзя. И де-факто, если в компании или на проекте по каким-то причинам решили не применять коммерческие инструменты, то альтернатив Selenium практически не остается. И все-таки основной вид тестирования. Почему я решил сосредоточиться на перформанс-тестировании, я сейчас объясню. Поскольку у нас такой и доклад, и беседа, и познавательная страничка, так скажем, сейчас я объясню, как, на мой взгляд, обстоит дело с тестированием. Все мы знаем, что у нас в классическом жизненном цикле есть этап разработки, этап тестирования. Вот. Этап тестирования всегда служит донором для этапа разработки. То есть, думаю, тестировщики здесь сейчас не удивятся. То есть, если разработка по какой-то причине не успевает выкатить какие-то свои билды, какие-то свои новые фичи, они говорят, нам нужен еще день, два, там, 4 часа. У кого они откусывают эти день-два? Естественно, у тестирования. Так вот, а самый популярный вид тестирования, перформанс-тестирование, служит донором для функционального вида тестирования. Потому что если функциональные тестировщики не успевают закончить проверки, у кого они будут откусывать времени? Ну, конечно же, у нефункциональщиков, в первую очередь у инженеров по тестированию производительности. И это, в принципе, законно, это, в принципе, резонно.
Почему? Потому что нет смысла проверять, насколько быстро, насколько хорошо работает система, пока мы не можем гарантировать того, что система вообще работает правильно. Этап перформанс-тестирования все-таки всегда и любого нефункционального вида тестирования, ну, может быть, за исключением юзабилити, всегда следует за этапом функционального тестирования. Вот, поэтому сейчас сосредоточимся на перформанс-тестировании. Казалось бы, зачем все это надо? Есть тьма тьмущая инструментов, они появляются, не сказать, что каждый день, но появляются очень широко. То есть есть коммерческие хорошие инструменты, облачные сервисы, есть достаточно много бесплатных инструментов, написанных на самых разных языках, Python, Scala, Java и даже на более экзотических, как, например, вот Цунг. Но почему же все-таки у нас возникает необходимость использовать наши Selenium-тесты для тестирования производительности? Потому что бывают иногда очень хитро сформулированные требования. Вот такая вот формулировка, время отклика экранной формы, например, не более 5 секунд. Это вот реальная формулировка требований из одного из реальных проектов. И вот здесь уже начинается у нас с вами право... Ну, у меня начались в тот момент проблемы, когда я столкнулся с таким способом формулировки требований. Почему? То есть время отклика нагружено, естественно, имеется в виду система, то есть система, которая находится в активной эксплуатации, которая, например, одновременно эксплуатирует несколько десятков тысяч пользователей. Почему? Потому что время отклика экранной формы, оно, конечно, соотносится, скажем так, мапится на время отклика там REST-ов и прочих SOAP-ов, каких-нибудь веб-сокетов, но все-таки для того, чтобы говорить о том, что пользователь действительно увидит отклик там не позднее, чем через 5 секунд, нам необходимо проводить дополнительные исследования на нагруженной системе. Вот. Потому что не, ну, тот же самый JMeter вот в классическом понимании, в классических HTTP-сэмплерах, он никак не позволит нам сказать, сколько же браузер затратит время на отрисовку, сколько же браузер затратит времени на обработку вообще пришедшего ответа. А это время, естественно, не нулевое. И здесь вот при такой формулировке требований, если мы ограничимся классическими перформанс-тестами, у нас есть шанс, что мы просто наврем заказчику тестирования при представлении результатов отчетов. Например, мы скажем, что наш бэкэнд, наш веб-сервер отвечает за одну секунду, вот. Но в то же время, благодаря неоптимизированному клиентскому коду, благодаря каким-нибудь объемной статике, благодаря перегруженному Nginx, время отклика именно на экране, время срабатывания экранной формы будет, например, больше 10 секунд. И честно вам скажу, никакой бизнес, никакой заказчик особо не захочет вникать, где там происходит расхождение, почему отчет показывает, что все хорошо, хотя он своими глазами видит, что все плохо. Вот, вот такие требования заставляют нас задуматься о применении функциональных способов тестирования, вернее, функциональных инструментов при перформанс-тестировании. Следующее. Уже наличие автоматизированных функциональных тестов. Все тестирование, в принципе, делится в едином флоу, существует в едином флоу. То есть, так или иначе, тестировщик, неважно, тестировщик производительности, тестировщик защищенности, юзабилити тестировщик, он производит и представляет информацию о состоянии продукта, о состоянии проекта. Вот. И с моей точки зрения, просто глупо отказываться от наличие оснастки в виде функциональных автоматизированных тестов. То есть, если вы, например, или кто-то другой уже написал готовые автоматизированные функциональные тесты, то вам уже фактически дали какую-то то, что в технологии, в частности, в технологии машин learning называется оснастка. Вам уже дали какой-то инструментарий. У вас уже есть какие-то готовые наборы инструментов, которые вы можете использовать. Надо ли их использовать или нет, вот здесь другой вопрос. Но возможность у вас как минимум есть. А любая возможность, она всегда требует взвешенного подхода к тому, надо ли это использовать, можно ли это использовать. Плюс вот наличие функциональных тестов, оно, честно сказать, иногда плохо влияет на некоторых менеджеров проекта. Почему? Потому что, ну, например, все, идет автоматизация, все, функциональные тесты гоняются, находят на, например, там на полставки, или в штат находят инженера по перформанс-тестированию,
Говорят, надо произвести там анализ перформанса, бла-бла-бла, замерить, как все быстро отвечает. Им, например, говорят, займет месяц. Они говорят, не-не-не-не-не, у нас же есть функциональные тесты, то есть тебе скрипты писать не надо, тебе ничего писать не надо, просто там сделай свою магию и выдай результаты. Вот. Ну, здесь необходимо заметить, что в перформанс-тестировании разработка скриптов, непосредственно скриптование, это самый простой этап. Вот. И, по сути, наличие автоматизированных тестов много времени не сэкономит. Но вот многие менеджеры считают, что если у вас есть функциональные автоматизированные тесты, то их можно, нужно и должно использовать для перформанс-тестирования. Возможности для этого мы сейчас посмотрим, безусловно. Вот. Следующее, это, наверное, такой некой вехой проходило в завершении предыдущего доклада. Дело в том, что сейчас интернет, по моему глубокому убеждению, на 90% состоит из порнографии, на 10% из мануалов по Селениуму. И если искать что-то в интернете по автоматизированному тестированию, по нефункциональным видам тестирования, то так или иначе вам больше всего будет выдаваться информация по Селениуму, по веб-драйверу. Чуть, ну, как правило, эта информация представлена часто с ужасным таким акцентом невоспринимаемым. Вот. Но, тем не менее, найти мануал по Селениуму веб-драйверу, он какой-нибудь стоящий, не стоящий, в разы проще, чем найти, например, мануал по такому инструменту, как Gatling. А здесь, кстати, очень хитро. То есть такой инструмент, Gatling называется, для перформанс-тестирования. Он бесплатный, он open source, пожалуйста, берите и используйте. Но самый смак там начинается, когда пытаешься найти о нем информацию. Потому что первая информация, когда ты начинаешь искать туториалы по этому самому Gatling, напомню, это бесплатный open source инструмент. Вот. И внезапно видишь, что он двухдневный тренинг, который проводят разработчики Gatling, стоит, по-моему, там около 12 или 15 тысяч евро. Вот. В зависимости, причем там с кучей ограничений, то есть не больше 10 участников, плюс все travel-расходы вы сами несете. Вот вам и бесплатный инструмент, то есть стоимость владения там явно зашкаливает. Поэтому, опять же, то есть наличие информации именно по Selenium заставляет задуматься, как же нам решить нашу задачу, использует то, что мы уже умеем, то, что мы уже знаем. Иногда для большей интерактивности я сейчас буду проводить параллели, вот опять же, с предыдущим докладчиком. Например, у нас есть какие-то разработанные тесты с использованием BDD-подхода Cucumber, Serenity, может быть, Spock, неважно. Итак, у нас вот есть какие-то тесты, и есть какое-то большое количество мануалов и знаний по Selenium. Вот. Ну, обширное сообщество – это туда же про туториалы. Вот. Естественно, велик соблазн. То есть есть какие-то скрипты, есть какой-то флоу, есть куча юзер-сторий, по которым интересно бы собрать перформанс-метрики. Поэтому, естественно, очень велик соблазн использовать именно то, что есть, а не писать что-то с нуля, не писать что-то на коленке. И при этом еще и сэкономить деньги. Вот. Ну, и особенно при небольшой нагрузке, потому что все-таки не все проекты пишутся, и не все программные продукты делаются с расчетом на десятки, сотни или, скажем, миллионы пользователей. Часто в небольших проектах планируется скромная нагрузка, например, в 50, в 100, в 150 одновременно работающих пользователях. И вот здесь, вот, честно скажу, прямо уже начинает заедать червячок. То есть зачем, если нам даже надо не тысячи пользователей, а всего лишь несколько десятков, например, какая-то, ну, банковская система будет иметь в каждом офисе на несколько небольших операторов свой отдельный инстанс бэкэнда, и, соответственно, этот инстанс бэкэнда всегда будет обрабатывать не больше, чем 15 человек. Очень хочется использовать существующие тесты, но давайте мы сейчас будем... Да, ну, менеджмент напирает, менеджмент всегда напирает, то есть особенно... Ну, повторюсь, поскольку перформанс-тестирование, по причинам, которые уже сказал, часто действует в условиях дефицита времени, а менеджмент напирает, велик соблазн взять и использовать то, что есть. Например, существующие BDD-подходы, BDD-практики, написанные BDD-тесты с помощью Cucumber, например, Procuapa. Вот. Сейчас мы чуть-чуть разделим понятие. Мы будем говорить о двух видах производительности. О клиентской и о серверной. Вот. Здесь уже опытные люди, опытные
автоматизаторы, может быть, инженеры по тестированию, понимают, что с клиентской производительностью все попроще, все попрозрачнее. И это действительно так, поэтому мы сейчас поговорим о менее экзотичном и о более привычной способах тестирования клиентской производительности. Сейчас мы говорим именно о производительности, не о функциональности. Так, клиентская производительность. В лоб. Опять же, здесь очень удачно мне аккомпанирует предыдущий доклад, где мы рассматривали как раз в конце доклада отчеты, и там было отчетливо видно, что у каждого сабстепа, у каждого степа был проставлен время его выполнения. И, в принципе, если эти тесты выполняются на живом браузере, то есть и действительно что-то вводится в поля ввода, что-то кликается, что-то нажимается, это хороший вариант сбора, как минимум, первичной информации о производительности. Вот. То есть я сам использовал такие способы. Вот, ну, в частности, мы использовали Allure. Он тоже показывал информацию о длительности каждого степа, о длительности каждого отдельного метода. Поэтому при грамотной декомпозиции этих самых методов можно было, в принципе, при изучении отчетов еще об автоматизированном тестировании понять, какие методы, какие операции выполняются наиболее долго, наиболее медленно. И, в принципе, это вот этот, эти логи, эти отчеты BDD-фреймворка, Allure уже могут служить первичным анамнезом при сборе информации о клиентской производительности. То есть, если вы занимаетесь исключительно перформансом, то не поленитесь дойти до инженеров по автоматизированному тестированию, попросить у них отчеты и или попросить их расставить вот такие таймстемпы, либо посмотреть на уже существующие, чтобы вычленить список наиболее медленных операций. Это как минимум вам пригодится при сборе, при построении профиля нагрузки, ну и как минимум, повторюсь, даст первичный набор операций, на которые следует пристально посмотреть при тестировании производительности. Это решение в лоб для тестирования клиентской производительности. О тестировании здесь говорить не приходится, потому что это тестирование сравнение. Вот. Но, тем не менее, какую-то информацию мы уже собираем. Это практически всегда доступно нам, это практически всегда есть. Даже если нет автоматизации на проекте, всегда можно дойти до мануальных тестировщиков, потому что крайне редко бывает, чтобы совмещал роли и мануальный тестировщик, и инженер по тестированию производительности. То есть 50 на 50 мануальный тестировщик и автоматизатор, да, но в своей практике я не встречал человека 50% мануальный тестировщик, 50% инженер по тестированию производительности. Можно дойти до инженеров по мануальному тестированию и прямо в лоб спросить у них, какие при выполнении мануальных тестов, какие операции у вас выполняются наиболее медленно, наиболее сбоят, наиболее, скажем так, вызывает наибольшее раздражение, потому что перформанс в первую очередь вызывает в людях раздражение. Это всегда доступно, то есть, ну, мы сейчас говорим в контексте того, что у вас есть BDD-тесты, ну, функциональные тесты, будем, повторюсь, апеллировать к предыдущему докладу, есть отчеты Serenity, можно посмотреть, сколько занимал тот или иной степ. Это всегда доступно, это крайне просто для анализа, это чрезвычайно сложно агрегировать. Потому что эта информация, она не суммируется, по ней не считается 90-й перцентиль, по ней не считается какое-то суммарное время, по ней сложно понять, в какой момент времени та или иная операция начала деградировать, например, или наоборот, начала выполняться крайне быстро. А на это, естественно, инструменты не заточены. По поводу агрегировать, здесь вот единственный способ агрегировать, он достаточно циничный, и я его сейчас упоминаю только потому, что я сам выступал в роли такого агрегатора. То есть на заре своей карьеры, лет, наверное, 12 назад, я брал и из каждого результата автоматизированных тестов из Jenkins брал и в табличку выписывал, эта операция столько-то секунд, это столько-то секунд, это столько-то секунд, и на следующий день повторял такую операцию. То есть, ну, это достаточно сложный и дорогой агрегатор так использовать, хотя его, безусловно, можно использовать. Сложно трактовать результаты, потому что непонятно, от чего зависит тот или иной степ, непонятно, в каких условиях выполнялась система и что с ней в этот момент происходило. Ну, и вообще
Считается, что обилие логов и отчетов, вот здесь я, наверное, чуть-чуть не соглашусь с предыдущим докладчиком, обилие чрезмерных отчетов и логов свидетельствует о том, что в тестировании что-то идет не так, и, на мой взгляд, это антипаттерн. Вот. То есть, когда люди чрезмерно увлекаются отчетами. Поэтому такой способ сбора о клиентской производительности использовать можно. Использовать его крайне просто. Достаточно, если у вас даже нет BDD, а есть банальные тесты на Java, чистом Selenium и, например, JUnit, можно подключить Allure и банально собирать результаты выполнения той или иной операции. Но мне это не сильно нравится. Следующий способ, он более изящный. Это браузер MobProxy. Это инструмент, который зародился... входил в состав первой версии Selenium, Selenium RC. Вот. И он, собственно говоря, вышел из него. То есть на тот момент, когда Selenium RC умер, браузер MobProxy остался жив, он развивается до сих пор, он существует. Он представляет информацию, вот сейчас вы на слайде видите, в виде таких вот HTTP-архивов, HAR, HTTP-архив. Вот. То есть, как вы видите, он представляет информацию чем-то очень похожим на вкладку Network того, что вы можете увидеть в браузере. То есть, вы запустили ваши функциональные тесты, запустили браузер MobProxy, он проксирует запросы, которые посылает браузер, и после выполнения тестов сопровождает еще одним артефактом, помимо отчета о функциональном тестировании, вот таким вот отчетом о выполнении, собственно говоря, клиентских операций, о том, сколько времени занимал тот или иной запрос, сколько времени занимал выполнение различных статусов и прочее, прочее, прочее. То есть это тоже метрики клиентской производительности, которые достаточно легко собирать и несложно использовать. Вот. Опять же, здесь есть сложность какая? С агрегированием результатов, потому что вот эти HTTP-архивы, они не агрегируются. И крайне сложно понять действительно, например, 90-й перцентиль выполнения той или иной операции. Плюс вот эти запросы, они сами по себе на клиентские операции не мапятся. Они просто позволяют оценить, сколько выполнялись те или иные запросы. Вот. При каждом обновлении Selenium, что это происходило при Selenium 2, что при Selenium 3, что при, ну, когда-нибудь выйдет Selenium 4, каждый раз, даже при минорном обновлении версии, не обязательно это мажорное обновление, необходимо перетестировать и подбирать работающую связку, версию MobProxy и версию Selenium. То есть проблема совместимости у браузера MobProxy, она достаточно широко стоит. Но, повторюсь, вот если собирать информацию о клиентской производительности, использование этого инструмента вам не стоит ровным счетом ничего. Вы через Maven подключаете зависимость, вы указываете в... вы осуществляете программный запуск объекта вот этого прокси, и потом при конструировании веб-драйвера просто указываете, чтобы он использовал в качестве capabilities вот этот прокси, и совершенно бесплатно, без накладных расчетов, получаете вот этот вот отчет о клиентской производительности, что имхо достаточно удобно. Хотя, конечно, не идеально. Вот. Более хитрый инструмент, более хитрый подход и не совсем бесплатный – это использование программы HTTP Watch. Это пограничная программа, и она часто используется как фронт-энд девелоперами, так и тестировщиками для оценки клиентской производительности. Она тоже интегрируется с Selenium, то есть по сути, это тот же самый HAR-архив, просто получаемый более простым способом. То есть вы можете, используя вот классические языки C#, Ruby, JavaScript, писать ваши тесты, классические тесты. Ну, то есть Cucumber, для него Ruby родной, там для C# можно использовать SpecFlow, если уж вести в контексте BDD. Ну, для JavaScript там Cucumber-имплементация тоже уже есть.
ставятся соответствующие аддоны в Internet Explorer и Mozilla Firefox, запускаются Selenium тесты. В конечном итоге на выходе вы получаете, опять же, HTTP-архив с метриками клиентской производительности. Сейчас мы говорим про клиентскую производительность. Есть у этой программы бесплатная версия, можно использовать, но, повторюсь, она, наверное, больше нужна фронтенд девелоперам, то есть для тестирования часто достаточно браузер MobProxy. Вот. Но, тем не менее, посмотреть на HTTP Watch, посмотреть, какие метрики он собирается, как у вас вообще дела обстоят с клиентской производительностью, вполне можно. Ну, еще более хитрый вариант, опять же, к сожалению, не бесплатный, это программа Dynatrace, которая тоже собирает большое количество метрик о клиентской производительности, об использовании браузера на клиентской машине, то есть точно так же на той машине, где будут запускаться Selenium тесты, она ставится. Есть бесплатная версия Ajax Edition, ставятся аддоны в Internet Explorer и Mozilla Firefox. Ну и в принципе вот здесь на слайде достаточно плохо видно, но классическое выполнение JavaScript Selenium теста, get элемент, клик, вот, и, собственно говоря, Dynatrace выводит, сколько же времени потребовалось на поиск элемента, на клика по элементу и так далее. Инструмент, повторюсь, не бесплатный, у него есть бесплатная версия, он точно так же дружит с Selenium, прям можно в нем писать Selenium скрипты, то есть если вы владеете API Selenium, вы можете взять бесплатную версию и прямо набросать скрипты, которые будут тестировать клиентскую производительность. Вот. Но я не фанат коммерческих инструментов, тем более не фанат урезанных бесплатных версий. Почему? Потому что вот такие вот комбайны проприетарные, как HTTP Watch, как Dynatrace, даже браузер MobProxy. То есть, как только у вас появляется больше деталей, у вас, по сути, надежность вашей системы, будем называть комплексной автоматизацией, она снижается, потому что браузер MobProxy обновился, Selenium обновился, потянул какую-то несовместимую зависимость. Очень плохо, когда начинает обновляться браузер, потому что это тоже в какой-то момент приведет к сбоям. Поэтому, чем больше вы не универсальных кирпичиков кладете в основание вашего стека автоматизации, в ваш стек автоматизации, тем более неустойчивой, менее надежной становится ваша система. Плюс существуют сложности, особенно с коммерческими инструментами, с Continuous Integration и с построением отчетов, комбинированных отчетов. Про совместимость я уже сказал. Могу добавить, что HTTP Watch и Dynatrace – это исключительно Windows продукты, то есть на Linux системах вы их запустить не сможете. Ну, и с точки зрения безопасности здесь тоже могут быть проблемы, особенно в банковских различных сферах, где далеко не так просто поставить какой-то сторонний программный продукт, не обязательно числа разрешенных, либо запустить какой-то прокси, который, в общем-то, тоже является дырой в безопасности. То есть это способы были для ознакомления. Сейчас тот способ, который использую я при наличии Selenium тестов, как нам собрать честную информацию о клиентской производительности. Это Navigation Timing API. То есть это специальный программный интерфейс в браузере, который тоже поддерживается и описан консорциумом W3C. И большинство современных браузеров старается этот API поддерживать. Что он нам дает? Вот сейчас, пока вы меня слушаете, вы можете прямо открыть браузер, открыть в нем DevTools, инструменты разработчика, перейти на консоль JavaScript и ввести следующую команду. window.performance.timing и нажать Enter. И вы увидите в консоли объект, который как раз представляет
Performance Timing. Как он работает? Да он работает очень просто. Каждый запрос в браузере, вот, connection, request, response, помечается двумя таймстемпами. Start и end, start и end. И, соответственно, используя разницу между, ну вот, например, request start и request end, используя разницу при вычитании end от start, вы получаете честное реальное время в браузере, которое выполнялось та или иная операция. Вот onload, там, построение на DNS и прочее, и прочее, и прочее. То есть, и вот этот вот объект, navigation timing, дает вам возможность абсолютно честно собрать метрики именно клиентской производительности. То есть, там, окей, у нас есть там тест-кейс. Люси там покупает в магазине Шона пончики за $15. С точки зрения функционального тестирования, хороший кейс. А вот с точки зрения клиентской производительности, интересно, сколько браузер потратил на сетевые задержки, сколько он ждал ответа от бэкэнда, сколько он этот ответ обрабатывал. Вот. И на все вот эти вопросы нам может дать ответ Navigation Timing API. Он, повторюсь, как и Selenium, поддерживается W3C консорциумом и встроен в большинство современных браузеров. Использование, ну, не совсем хороший point вставлять код в презентацию, но в принципе здесь все достаточно тривиально. То есть мы используем JavaScript Executor, то есть мы драйвер приводим к типу JavaScript Executor, и дальше, собственно говоря, получаем от объекта Window Performance Timing вот, время Load Event End и Navigation Start, и дальше просто высчитываем то время, которое у нас заняло, вот, например, время загрузки страницы. Разница между Load Event End и Navigation Event Start. Это будет время загрузки страницы. Способ хорош. То есть вот здесь сейчас вы видите буквально классическую работу с драйвером через JavaScript Executor. Без подключения каких-то лишних проксей, без подключения каких-то лишних библиотек. Повторюсь, такой способ будет работать в абсолютно любом браузере, в абсолютно любом драйвере. Вот. Если вы уже выполнили в консоли команду, вы, может быть, увидели, что таймстемпы носят достаточно странный вид. Не надо пугаться, таймстемпы представлены в формате UTC, то есть это количество миллисекунд, которое прошло от текущего момента с 1 января 70-го года. Ну, пересчитать это, в принципе, несложно. Здесь единственный минус существует, условный минус, это то, что консорциум W3C это все-таки не правоохранительная организация, и стандарт можно имплементировать по-разному, и имплементация вот этого стандарта Navigation Timing API, она во многом зависит от совести производителей браузеров. Совесть у этих производителей пробуждается по-разному, но большинство браузеров, большинство производителей браузеров все-таки стараются этот API поддерживать, и я искренне рекомендую использовать именно вот этот способ как основной о сборе информации о клиентской производительности. Повторюсь, кусочки такого кода вы можете встроить абсолютно в любой, на абсолютно любом языке, на котором можно написать Selenium тесты. Вы можете в абсолютно любые тесты встроить такие куски и получать честную информацию при, ну, собственно говоря, при каждом запуске, и потом с помощью CI-сервера агрегировать все это, потому что, ну, вы можете писать вот эти отчеты куда захотите, в Excel, в какие-то облачные хранилища, в какие-то переменные самого CI-сервера, TeamCity, Jenkins, неважно. По поводу клиентской производительности. С ней все достаточно хорошо, и это, в принципе, неудивительно, потому что клиентская производительность подразумевает производительность в браузере. А Selenium как раз-таки является драйвером к браузеру. У нас есть еще вот ли не нативные способы, так и коммерческие инструменты. Поэтому, если кто-то хочет прям вот так вот потратить деньги, пожалуйста, тратьте деньги. Если кто-то хочет применить более инженерные подходы, применяйте их.
Но будьте осторожны, потому что разные инструменты и разные подходы часто дают разные результаты. Поэтому, если уж вы выбрали один подход, то по крайней мере, эти результаты часто являются относительными между запусками в рамках одного инструмента. Потому что если вы потом смените подход, вы можете увидеть, что у вас результаты изменились. Поэтому, если уж вы выбрали один подход, например, с использованием Dynatrace, лучше используйте его, потому что потом миграция на браузер MobProxy, просто вам вы увидите либо внезапное резкое улучшение, либо внезапное резкое ухудшение, которое связано лишь тем, что разные инструменты по-разному трактуют стандарты и библиотеки. Вот. То есть с клиентской производительностью все у нас более-менее ясно. А вот серверная производительность – это то место, где как раз ломаются копья и, собственно говоря, происходит главные, ну и самые интересные битвы в использовании Selenium и вообще тестирование производительности. Более того, серверная производительность – это то, что часто и подразумевается под тестированием производительности, потому что как-то не прискорбно про клиентскую производительность часто забывают, хотя это не надо делать. Вот, серверная производительность – производительность бэкэнда. Первое решение виртуалок тянет 10 браузеров, и мы, да, появилось сообщение о неустойчивом сигнале, то есть 10 виртуалок на каждые 10 браузеров, и мы получаем 100 браузеров, которые будут слать геты и всякое такое прочее на ваш бэкэнд, на ваш сервер. Это решение в лоб, которое не требует никакой перестройки от существующих тестов. То есть можно брать хоть тесты, написанные с использованием Cucumber, хоть с использованием BDD, с использованием чего угодно. Просто параллелить с помощью Selenium Grid, просто осуществлять запуск многопоточно. Это решение, повторюсь, конечно, в лоб. Вот. И оно, очевидно, плохое. Почему плохое? Потому что хаб, то есть напоминаю, что Selenium Grid у нас входной точкой для него является хаб. Так вот, хаб не балансировщик, то есть ему абсолютно все равно, он никак не балансит нагрузку между нодами Selenium Grid. Поэтому, если вы хотите запустить 100 браузеров, то очень может быть, что если эти 100 браузеров, эти 100 инстансов есть на одной ноде, то хаб легко отправит все эти запросы на браузеры на одну ноду, и, соответственно, вам покажется, что у вас приложение работает очень-очень медленно, потому что ответы в браузере приходят очень-очень медленно. А причина будет в том, что браузеры работают крайне медленно и крайне медленно, крайне неуверенно отправляют запросы. Вот. То есть хаб здесь никак не балансит нагрузку, он не следит, чтобы Selenium Grid, ноды Selenium Grid как-то сбалансированно выдавали нам нагрузку. Плюс многопоточность в тестах – это такая вещь, о которой, опять же, сломано множество копий. Напоминаю, для того, чтобы тестировать именно серверную производительность с помощью Selenium тестов, нам нужно писать многопоточные тесты. Это вещь, которую сломано множество копий, но большинство современных автоматизаторов, что функциональных, что перформанс-инженеров, считают, что многопоточность в функциональных тестах, она не нужна, что это является не совсем хорошим. То есть параллели тесты надо с помощью Continuous Integration сервера, например, но никак не с помощью программных средств языка программирования. Ну и плюс у нас, опять же, будут наблюдаться проблемы с отчетностью. В первую очередь потому, что мы не будем знать, чему соответствуют те или иные метрики, которые мы получили. То есть, окей, мы в тестах у нас 100, например, потоков, мы их запустили, и видим, например, что время какое-то выполнения какой-то операции с точки зрения бэкэнда у нас меняется. Вот у нас ответы приходили быстро, вот у нас ответы приходят медленно. Очень сложно понять, почему это так происходит. Потому что хаб, он никоим образом не будет следить, не будет балансить, чтобы там, например, одновременно у нас улетало 100 запросов такого вида и 50 запросов такого вида. То есть у нас проблемы с отчетностью будут.
Если необходимо использовать просто какую-то, скажем так, молотилку, то есть у вас есть какие-то тесты функциональные, вы хотите их натравить на ваше приложение, у вас есть готовый грид, который вы можете, скорее всего, не уроните. Ну, окей, то есть просто помолотить по приложению, рандомно подергать его хендлеры можно, но при этом вы получите только информацию крайне верхнеуровневую, то есть ок или не ок. У вас не будет полноценной информации, которая позволит построить полноценный отчет о перформанс-тестировании. Поэтому этот вариант в топку. Gmeter плагинс. По поводу Gmeter сразу маленькое уточнение. Дело в том, что последние две версии Gmeter как-то очень быстро зарелизились. То есть буквально несколько лет существовала версия Gmeter 3. Несколько месяцев назад вышла Gmeter версии 4. И вот буквально месяц назад вышел Gmeter версии 5. Вот. По поводу Gmeter версии 5 я еще не готов сказать, я еще не тестировал. Ну, там есть, безусловно, есть Selenium Sampler. Но сейчас вот в каком он состоянии и насколько он совместим с текущими версиями Selenium, я сейчас не готов еще сказать. А новую версию Gmeter, пятую, я еще не тестировал. В использовании Gmeter плагинс есть какие нюансы? Нюансы есть в том, что, как и все в мире open source, это разрабатывается отдельными командами. В частности, Gmeter плагинс разрабатывается... разрабатывались, начинались Андреем Пахилько. Сейчас их разработку спонсирует компания BlazeMeter, о которой мы еще поговорим. И поэтому там после установки WebDriver Sampler часто начинаются различного рода сыпаться ошибки в консоль, ничего не запускается, ничего не работает. Вот в Gmeter версии 4 необходимо было после установки WebDriver Sampler из комплекта Gmeter плагин установить, удалить вот эти вот библиотеки устаревших версий, именно они конфликтовали. А после этого в окне сэмплера можно было совершенно спокойно писать код на JavaScript. Вот. То есть, владея Selenium, биндингом Selenium на JavaScript, вы вполне могли в ваших Gmeter тестах использовать классический Selenium. И если не использовать BDD, то прямо копировать Ctrl-C, Ctrl-V из функциональных тестов. Вот. Еще более хитрый вариант – использовать не Selenium Sampler из комплекта Gmeter Plugins, а использовать GSR 232 Sampler из комплекта Gmeter, который позволяет выполнять код, произвольный код на каком-нибудь Java-based языке программирования. Самым быстрым сейчас является Groovy. А вообще, строго говоря, любой валидный Java-код является также валидным Groovy-кодом. Поэтому, как это работает? Вы подкладываете в класс Path Gmeter Selenium, подкладываете в класс Path те библиотеки, которые вам еще нужны, и опять же в окне самого GSR 232 сэмплера просто пишите код на языке программирования Groovy, C-Rage, Java, в котором пишете драйвер, равно New Firefox Driver. Вот. Ну, или, опять же, просто скопируйте необернутый код из ваших тестов. Такой подход будет работать. Такой подход хорош тем, что ваши функциональные тесты будут работать синхронно с нагрузочными тестами. Более того, такой подход хорош тем, что вы можете перенести целиком запуск ваших функциональных тестов в запуск с использованием Gmeter. Такое все будет работать, достаточно неплохо и стабильно. Но, опять же, это еще не самый торт. BlazeMeter, компания, о которой я уже упоминал, то есть компания, которая испытывает большое уважение, у них есть... облачный сервис, который прям позволяет загрузить Selenium скрипты, вот банальные Selenium скрипты на Java. Вот. И, собственно говоря, исполнять их наглядно, быстро, в настоящих браузерах. Но, повторюсь, это дорогой способ. Это коммерческий инструмент. Но при этом это абсолютно честное будет тестирование производительности. Но просто очень недешевое. Поэтому на этом способе я сейчас особо останавливаться не буду. Хотя о компании BlazeMeter мы сейчас еще чуть-чуть поговорим. Ну вот, кстати, этот пример того, как это исполняется в
облачных сервисах BlazeMeter, но это точно так же исполняется и вот в WebDriver Sampler из комплекта JMeter. То есть VDS в данном случае вы увидите, если будете использовать JMeter, VDS это как раз расшифровывается WebDriver Sampler. То есть это объект, который инкапсулирует в себе WebDriver, который инкапсулирует браузер. А дальше уже пошло все достаточно просто. Find элемент, клики, сендкейсы, все что угодно, все что хотите, то и можете использовать. То есть необернутый браузер получаете. То есть так это работает в JMeter Sampler. Ну, повторюсь, BlazeMeter облачный, он по сути использует тот же самый WebDriver Sampler. Поэтому если вы ведете разработку сами с помощью JMeter, таких клиентских скриптов, то вам BlazeMeter особо и не нужен. Но код тестирования производительности серверной в данном случае будет выглядеть именно так. BlazeMeter хорош всем, то есть это географически распределенные генераторы, это мультитесты, связка JMeter и Selenium тестов, причем чистого Selenium, так и обернутого. Это потрясающие способы отчета. Вот. И кроме того, это куча ресурсов, блоги, туториалы, статьи как по Selenium, так и по JMeter. Но BlazeMeter делает еще одно очень хорошее дело, она пилит такой инструмент, как Taurus. И вот Taurus, у него есть режим исполнения Selenium, в котором он просто берет, и вот, повторюсь, это несколько лукавства, и завзятые автоматизаторы, завзятый перформанс здесь могут биться о пари. То есть я смогу нагрузить и уронить систему с помощью Selenium тестов. Здесь не совсем честно, потому что запускается Selenium сервер, и через HTTP client там шутся GET-запросы. В сценарном режиме, скажем так, то есть вы описываете только интенсивность запросов, но никак не в какие-то use cases, никак не взаимодействие каких-то элементов, то есть только GET-запросы, только ручки, которые, хендлеры, которые дергаются, и все. Зато это абсолютно честный способ. Вот. И можно биться об заклад и тем самым улучшить свое материальное состояние. То есть примерно вот так будет выглядеть тестирование с помощью чистого, необернутого сэмплера. То есть, опять же, повторюсь, это используется чистый Selenium веб-драйвер, хотя и не в традиционном ключе. Вот. Ставится think time, ставятся тайм-ауты, описываются хендлеры, которые надо дергать, и, собственно говоря, все. Вперед на мину, то есть сколько в каких браузерах вы хотите запускать, а иногда это очень важно. Вот, то есть, пожалуйста, можно брать, можно использовать, и даже, как вы видите, можно расставлять некоторые ассерты, что является, безусловно, атрибутом функционального тестирования, а не тестирования производительности. Кроме того, Taurus – это абсолютно честный способ, то есть сейчас этот инструмент позволяет в нагрузочном режиме просто взять и запустить ваши, например, Java Test NG тесты. То есть, если у вас есть такие тесты, есть такой класс, то вы можете вот этому инструменту прямо подложить в класс Pass ваши тесты и сказать Taurus, запусти мне вот этот тестовый класс с таким количеством инстансов, и у вас действительно это все запустится. Вы главное, чем здесь будете ограничены, то есть при запуске настоящих браузеров, вы будете ограничены ресурсами вашей машины. То есть, вот здесь я вас к чему призываю, не забывать о том, что вообще, вот если брать классические перформанс-тесты, когда мы не запускаем живой браузер, а просто кидаем HTTP-запросы, то в среднем такой пользователь отнимает у системы ну, мегабайт 20-30 оперативной памяти. И часто производительность с одной рабочей инстанции у нас ограничена ну, скажем так, 1000-1500 виртуальных пользователей. При использовании вот честного Java Test NG теста, вот прям классического, там, как, прям вот как по туториалам от индусов, там, driver равно new Firefox driver, там, driver get google.com, driver find element by name q, там, driver send case Selenium. Вот. Вы едва ли сможете с одной машины выдать больше 15-20 виртуальных пользователей.
Но эти 15-20 виртуальных пользователей, это будут чисто пользователи именно классического Selenium веб-драйвера. Хотите, используйте магазин, хотите, используйте ваши Serenity тесты, пожалуйста. То есть не один пользователь идет и выполняет Serenity тесты, а 20 различных пользователей, 20 различных акторов берут и выполняют ваши тесты. Плюс вы здесь получаете, вот в предыдущем докладе звучали отчеты, которые вроде менеджера делают довольными. Taurus дает настоящую консоль с псевдографикой. То есть, если отчеты по завершению работы делают довольными менеджера, то консоль, она делает менеджера осторожным, потому что, повторяю, я заметил, исходя из своего опыта, не для менеджера зрелища более завораживающего. Это вот когда инженер по перформансу сидит, и знаете, вот как в Стартреке смотрит за такими псевдографиками, за такими зеленоватыми столбиками, циферками, которые быстро бегут. Инженера, который смотрит на такую консоль, никто отвлекать не хочет, потому что всем кажется, что он занят настоящим делом. Вот. То есть это там не формочки рисовать какие-нибудь, а действительно прям псевдографика. Понятно, что в этот момент инженер по перформанс-тестированию на самом деле ничего не делает. Ну, anyway, BlazeMeter Taurus. То есть с серверной производительностью все неплохо, но похуже, что неудивительно. Главная мысль, которую хочу донести, можно. Можно тестировать производительность с помощью классических Selenium тестов. Но это будет дорого. Это главный посыл. Помните, на одном из начальных слайдов был аргумент «менеджмент напирает». Так вот, сейчас я могу сказать, что если менеджмент напирает использовать текущие тесты, вы скажите: окей, но это будет очень дорого. Если ты не хочешь платить за облачные сервисы, тогда будь добр, мне надо будет около 15-20 рабочих станций. И с них я выдам ту нагрузку, которую надо. В качестве заключения, вот, то есть каждый инструмент умеет что-то делать. Selenium умеет обращаться к драйвер-серверу. Что выступает в роли этого драйвер-сервера? Неважно. Это может быть десктоп-драйвер, это может быть Appium, это может быть Chrome-драйвер, Internet Explorer-драйвер, неважно. Главное вам правильно комбинировать. То есть, если вы не хотите, вы, например, один инженер на проекте, и автоматизатор, и нагрузочник, тогда, скорее всего, вам резонно сосредоточиться на написании эффективных функциональных тестов, быстродействующих, хорошо работающих, и затем, например, с помощью того же Taurus развернуть их в качестве доп. Активности на перформанс-тестирование. Вот. Главное отчетливо понимать, что для вас является основным фокусом и какие деньги вы готовы вложить в развитие того или иного подхода. Повторюсь, потому что бюджет решает любые проблемы. Если есть бюджет, вы всегда можете купить облачный сервис, облачные услуги, загрузить туда ваш Selenium тесты и получить наглядные, отличные результаты. Вот. Но все-таки не поддавайтесь соблазну, хотя я привел достаточно много примеров, как это можно сделать, тестировать производительность. Лишнему соблазну не стоит поддаваться. Вот. И не стоит сейчас очень популярные. То есть я сейчас рассказываю об использовании Selenium тестов для перформанс-тестирования. Сейчас пошла иная тема, использовать JMeter для функциональных тестов. Не поддавайтесь соблазну, старайтесь все-таки четко понимать, что и зачем вы делаете. То есть тестировать производительность с помощью Selenium можно. Можно даже тестировать честно, но делайте это с умом. Самое главное. То есть паттерн, вот опять же, вспоминаю предыдущий доклад, определение паттерна. Паттерн – это решение проблемы в контексте. Так вот, какой контекст использования Selenium тестов для тестирования производительности? Контекст здесь только один. У вас нет опыта использования специфичных инструментов для нагрузочного тестирования, зато у вас колоссальный опыт в написании тестов с использованием Selenium веб-драйвера. Вот такой контекст проблемы дает решение в виде тестирования проблемы с использованием Taurus, с использованием BlazeMeter Sense, с использованием JMeter Plugins. На этом у меня все, и я готов выслушать ваши вопросы. Александр, там первый вопрос, видимо, все-таки в чате появился. Коллеги, да, я вижу. Ага.
Современный WASP в основном использует асинхронные запросы и ответы. Учитывается ли время завершения AJAX на странице? Нет, вот здесь большая, да, проблема. Дело в том, что AJAX на странице, конечно, не учитывается. То есть речь идет о именно о завершении запроса. Более того, честно могу сказать, надо было, наверное, об этом упомянуть, вот Navigation Timing API, безусловно, может вам подложить свинью при использовании таких фреймворков, как, например, GVT. То есть, когда у вас все запросы прошли, все загрузилось, а потом запускается еще какой-то Java-код на странице и выполняется, вот, увы, Navigation Performing Timing API вот этого, естественно, не отследит и никак не позволит замерить. Здесь необходимо использовать какие-то специфичные способы. Вот. То есть AJAX это уже здесь не поможет. Здесь надо как-то расширять и использовать, может быть, какие-то свои методы. Вот. Ну, опять же, например, Selenium. То есть, потому что отследить завершение AJAX с помощью чистого Selenium теста мы всегда можем. Вопрос еще в чатике. Расскажите о том, как решать проблемы с клиентским перформансом. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. То есть решать проблемы с клиентским перформансом должны люди, которые пишут клиент, то есть фронт-энд девелоперы. Тестирование должно просто предоставить информацию о том, что есть какие-то проблемы. Например, о том, что такой запрос выполняется слишком долго, такая операция выполняется слишком долго. Но дебагом и решать проблему должны все-таки разработчики. Тестирование – это информационный сервис. Тестирование производит информацию. Собрать информацию о проблемах – да, это обязанность тестировщика. Решать проблемы с клиентским перформансом – это должен разработчик. Главное, чтобы он знал о том, что ему надо решить такие проблемы. Честно, услышать реальный кейс, какая проблема была и как девелопер решил. Ну, таких вещей достаточно много. Вот. Часто они решаются, ну вот в современном моем, на текущем моем проекте, это часто решается через время шаблонизации. То есть сейчас в мире Node.js у нас часто мы выпадаем за отведенное время на шаблонизацию. Вот. Это я отслеживаю с помощью специальных метрик, и как только время на шаблонизацию перестает укладываться, я об этом сообщаю девелоперам, и честно скажу, меня слабо интересует, как девелоперы их решают. Вот. И, собственно говоря, ну, честно сказать, это не совсем типичный кейс для того, чтобы тестировщик вникал, как эта та или иная проблема будет решена. Да, если, на ваш взгляд, какие-нибудь эталонные примеры. Эталонных примеров, ну, для меня это эталонный пример, это страница Search Engine Result Page Яндекса, потому что я работаю в Яндексе, и мы действительно там очень много времени вкладываемся в клиентскую производительность. Вот. Можете замерить, то есть, сколько времени у вас отвечает Яндекс, то есть, или Google. Смотрите, Джордж, то есть, понятие оценить, насколько у нас все плохо. Здесь мы вступаем в очень скользкую тему, которая называется проектирование управления времени. То есть, если у вас нет требований на перформанс производительность, на тестирование клиентской производительности, вам следует сосредоточиться в первую очередь не на технике, а на психологии, на том, как люди вообще воспринимают время. Дело в том, что, смотрите, люди, все, что происходит быстрее 0,1-0,2 секунд, они воспринимают это как мгновенно. Вот. То есть, если у вас там плавает какая-то метрика, там 0,1 секунду, 0,15 секунд, это все хорошо. А все, что быстрее 1 секунды, опять же, здесь тема психологии. И неважно, кстати, там, о чем мы сейчас говорим, о клиенте, о сервере. Все, что быстрее 1 секунды, людьми воспринимается как быстро. То есть, 0,1 секунда мгновенно, 1 секунда быстро, 2 секунды достаточно быстро и так далее, и так далее. Вот. И здесь это все нормально, это все хорошо, но смотрите, опять же, то есть людей, например, не всегда очень быстро, это хорошо. Вот смотрите, у вас есть какой-то кейс. Операция может занимать 10 секунд, либо операция может занимать 1 или 2 минуты на клиенте. Сейчас просто на клиенте. Так вот, в ряде случаев, для того, чтобы пользователей не раздражать, резонно остановиться на варианте 2 минуты. Конечно, надо показать пользователю
экран загрузки, что система не зависла, что она что-то думает, что-то обрабатывает. Почему так происходит? Потому что временные какие-то отклики, временные характеристики, которые длятся больше, скажем так, минуты, люди воспринимают с меньшей раздражительностью, клиенты вашего приложения воспринимают с меньшей раздражительностью, чем задержки, которые занимают 30-40 секунд. Поэтому иногда надо не то, что убыстрять, а сознательно замедлить приложение. Почему так происходит? Потому что люди, когда знают, ага, у меня система будет работать 2 минуты. Окей, могу пока проверить почту, могу пока налить кофе, через 2 минуты вернусь и смогу все доделать. Когда что-то занимает 30-40 секунд, люди не могут переключиться, они не могут пойти налить кофе, потому что через 30 секунд система закончит работать. И повторюсь, вот сейчас тема клиентской производительности настолько тесно переплетена с психологией, что и девелопер, и психолог, и тестировщик вместе должны решать, все у вас плохо или все у вас хорошо. Главное, как вы воспринимаете вашу клиентскую производительность. То есть вплоть до того, что следует учитывать, что человек способен что-то, вот он работает с клиентом, способен что-то удерживать в краткосрочной памяти только 15 секунд. Больше он, взрослый человек, физически не способен ничего удержать в краткосрочной памяти. Все, что он помнит дальше, если задержка больше 15 секунд, будет выгружено в долгосрочную память, процесс извлечения из которой достаточно дорогой, достаточно сложный. Вот. Поэтому вот здесь я вам точно не буду давать советы, как оценить, хорошо или плохо. На самом деле, я бы здесь вас даже отправил бы, наверное, к инженерам по тестированию юзабилити. Потому что чаще всего клиентская производительность влияет на юзабилити, на удобство использования системы. Вот. Это если у вас, конечно, нет требований. А если есть требования, то все хорошо. Требования выполняются, вы молодцы, требования не выполняются, вам надо что-то делать. Вот такой вот эмоциональный спич. Но, повторюсь, необходимо честно понимать то, как люди воспринимают время в компьютерных системах. Это тоже достаточно отдельная тема для, даже не то, что для доклада, для занятий, для, скажем так, ну, для разбирательства. Да, то есть, смотрите, вот прямо есть книга, которая так и называется «Проектирование времени в компьютерных системах». Проектирование и восприятие времени в компьютерных системах. У меня, к сожалению, этой книги нет. Она где-то ходит на просторах интернета на русском языке, то есть достаточно просто найти. Но вот это единственная книга, к сожалению, автора не помню, сейчас быстро, наверное, не вспомню. Проектирование и восприятие времени в компьютерных системах. Вот. Профилирование на реальном живом пользователе. Да, то есть вот почему я сейчас так уверенно об этом рассуждаю, потому что сейчас я работаю в Яндексе, где у нас прямо, это называется не профилирование, это называется UX-исследование, то есть когда прямо на живого пользователя навешивается множество датчиков, отслеживается движение его глаз, пульс, где у него холодная зона, куда он смотрит, куда он кликает, как он долго ведет мышкой, сколько кликов ему приходится делать для того, чтобы решить ту или иную задачу. То есть это прямо полноценное UX-исследование, это очень дорогая штука, но это, наверное, единственный эффективный способ и честный способ понять, что же люди чувствуют, когда пользуются вашим продуктом. Вот. UX-исследование. Почитать можно проектирование и восприятие времени в компьютерных системах. Вот. Если я найду эту книгу, то, скорее всего, я напишу Саше Соле, его название автора, год издания, и он вместе с материалами, может быть, как-то напишет название этой книги вместе с материалами конференции, вместе со слайдами, что почитать. Я думаю, это можно. Да, без проблем сделаем. Так, вот следующее. То есть задача тестировщика только снять метрики. Анализ производит девелопер. Вообще задача тестировщика предоставить информацию о продукте. Вот. И вот я сейчас не совсем понимаю, что значит анализ производит девелопер. Анализ того, почему та или иная операция производится медленно, как правило, да, это производит девелопер, потому что у тестировщика часто на это нет знаний. Анализ того, что тормозит, и тормозит ли вообще, то есть мы сейчас вот только что у нас был монолог с Георгием, я так думаю, то есть там... То есть понять, тормозит или нет, и надо ли вообще производить анализ, это да, это задача тестировщика. Задача тестировщика – производить информацию. Задача девелопера – произвести решение.
Вот. То есть вот что понять, что тормозит, ну, в принципе, тестировщик, наверное, может. Понять, почему тормозит, но это должен уже чаще всего девелопер.